Операция «Скорость». Обычно для сотрудников госавтоинспекции профилактическая акция, часть повседневной работы. В эти дни особое внимание они уделяют выявлению нарушений скоростного режима. Основной контроль ведется на оживленной трассе Р-23 Минск-Микошевичи, там, где идет дорожное строительство, но и движение на других дорогах района проверяется тщательно. Ведь лихачей на них больше, чем достаточно. Результаты работы уже есть, люди достаточно пренебрежительно относятся к скоростному режиму, превышают, поэтому работаем, и результаты есть, показатели уже имеются. В помощь сотрудникам ГАИ – современное оборудование. Недавно в качестве спонсорской помощи от Слуцкого сахарафинадного комбината отдел ГАИ получил новый измеритель скорости «Бинар». Его преимущество – две высокочувствительные камеры, которые позволяют визуально различить номер нарушителя даже на большом расстоянии и возможность работы в движущейся патрульной машине. Также используется переносной комплекс «Арена». Новое оборудование и внимательность инспекторов практически не оставляют лихачам шансов остаться безнаказанными. О результатах операции мы расскажем в следующем выпуске. Соблюдайте правила и будьте осторожны на дорогах. Олеся Белая, Наталья Бруй, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ.